Фестиваль фестивалей «Лови волну», как его называют организаторы, пройдет в муниципалитете с 1 по 30 ноября. Он должен собрать вокруг себя всех талантливых жителей, вне зависимости от сферы их деятельности и творческого направления. Это, по сути, 8 отдельных творческих конкурсов, объединенных под единым названием. Он родился вот на действительно волне такого вдохновения, связанной с Олимпийскими играми в Токио. В этом году, День города и Ленинского городского округа, соответственно, мы провели под девизом «Лови волну». Фестиваль проводится по 8 направлениям – литературному, художественному, декоративно-прикладному, музыкальному, вокальному, танцевальному, театральному и выступлениям оригинального жанра. Каждая курирует одно из учреждений культуры муниципалитета – Центральная библиотека, Детская школа искусств города Видное, МБУ «Энергия» и Историко-культурный центр. Именно они в режиме онлайн будут принимать работу участников. Весь фестиваль, он должен завершиться гала-концертом у кинотеатра. Поставим сцену, поставим звук, там все, что надо. Лучшие работы в фойе кинотеатра выставим, лучшие музыкальные и поэтические номера на сцене. Фестиваль призван поддержать развитие искусства и творчества в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также поощрить одаренных жителей округа. Принять участие могут все жители муниципалитета. Уважаемые жители, приглашаем всех от мала до велика, жителей Ленинского городского округа, к участию в первом масштабном фестивале сценических искусств и творческих искусств «Лови волну». Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошлева. Видное ТВ.